Чувашия в 16-й раз присоединилась к Всероссийскому дню бега. Старты прошли одновременно во всех городах и районах республики. Центральный старт был дан на Певческом поле Чебоксарского залива. Хочется пожелать вам сегодня положительных эмоций, позитива и неиссякаемой энергии. Но кто готовился, тот, конечно, станет победителем. С праздником вас! Успехов и удачи! С каждым годом забег становится все более массовым. Для большинства горожан кросс-нации стал семейным праздником и доброй традицией. Мы уже третий год точно участвуем. В том году мы немножко в меньшем составе выступали. Тогда еще по возрасту не подходили. А в этом году почти всей семьей вышли. Любые соревнования помогают закалить силу воли. Максим Фадеев не привык сдаваться на полпути. Считаю, что это было очень сложно, потому что у меня дыхалка чуть ли не подводила, я еще упал вначале. Ну, а так было все интересно участвовать в кросс-нациях. Надо тренироваться, чтобы было все хорошо. Я сейчас буду лучше заниматься по физкультуре, чтобы в следующем году прибежать побыстрее. Кросс-наций объединяет профессиональных спортсменов и любителей. У каждого настроение на финише намного лучше, чем было на старте. В этом я убедился, это очевидные вещи. Потому что кровообращение улучшается, настроение тоже улучшается. И когда команды они бегут, соответственно, и команда кабинета министров, команда управленческая разных организаций, и это важно, это сплачивает людей, вырабатывается характер. В здоровом теле здоровый дух. Массовый забег в очередной раз доказал, что Чувашия за здоровый образ жизни. Спортивный праздник – это всегда положительные эмоции, искренний смех, удивление и восторг. В семье Немцовых уже растет будущий чемпион, хотя пока ему всего лишь 2,5 года. Каждый год стараемся выступать на различных соревнованиях. Бегаем, не только бегаем, но только и на лыжах, и на велосипедах катаемся. Всей семьей, всей детьми бегаем. И вам того же советуем. Это здоровье главное, развитие спорта в регионе. Очень здорово. Присоединяйтесь. Глеб у нас в этом году на лыжне России бегал первый год. Сейчас вот Глеб сейчас побежал первый раз в этом году. Надо отметить, что начиная с 2004 года кросс-нация является самым массовым по количеству участников и самым масштабным по географическому охвату ежегодным спортивным мероприятием, проводящимся в России. Победа – это не самое главное, и жители нашего города готовы из года в год принимать участие в этом празднике. Маргарита Мельникова, Александр Иванов, Павел Иритков. Республика.